Всегда было, все года. Сегодня утром раз дождик закрапал, второй раз закрапал, так помаленько. Там говорит, о, наверное, все. Я говорю, нет, не будет ничего, все будет хорошо. Один там, год бы там случайно что-то. Ну, не может, в течение 32 лет случайность такая. Просто не бывает. Ну, вот так вот, Господь, купайтесь сегодня. Нигде такого озера не найдете, где, в котором чтобы вода каждый год освещалась. Да. Ну вот, а вечером в 5 часов молитва в храме. Утром в 8. Утром будет у нас, значит, литургия. Кто крестились, значит, молитвы ко причащению, там каноны, молитвы ко причащению, помолитесь. Ну, готовьтесь. А кто исповедуется, значит, исповедоваться вам не надо. А кто так, то вечером будет после службы. Все, с миром Божьим, отдыхайте, храни вас Бог. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. А? Что? Фотографию на поле храма. Как обычно. Как обычно мы делаем. Вы можете здесь встать, лишь как видите. Вставай, не сверху, чтобы ну, фотографируем, что хочешь установить. Еще раз. Я приготовил где не знаю еще. Я утром везде готовил деревянку, нашел все, вот там. Сейчас остановится.
Там надо сестрам поближе. Как-то ставь, у всех расположить. Давай туда, пожалуйста. Туда все подождите, туда. Когда готовы, мы будем. Ольга, ты единственный человек, Кайла. Сейчас, подождите, еще не расставили. Подальше это еще прошло. Я найду их там. Я найду. Дам вам ветер.